Всем привет, я Алексей Сазонов. Сегодня в городе Баку у нас прошло мероприятие по адгезивным технологиям с докторами. Мы разбирали причины поведения молекул, работы с кислотами, работы с разными видами эмали, дентинов, керамикой, как себя вести, как что делать, протоколы и все мысленное, что только может быть с этим связано. Çox minnətdarıq doktor Sazonova ki, belə informativ və elmi əsaslara dolu bizə biliklərindən bölüşdü. Minnətdarıq təşkilatçılara da minnətdarlığımızı bildiririk. Çox yüksək səviyyədə kurs keçir. Çox razıyıq, minnətdarıq, çox sağ olun. Всем привет, меня зовут Илья, я приехал из Киева. Я хочу поблагодарить организаторов этого курса, отлично проведенное мероприятие, и поблагодарить Алексея за то, что он дал нам представление о том, как происходят процессы адгезивные, как это все применять и как анализировать информацию, которая получается из внешних источников, для того, чтобы ее в дальнейшем применять на практике. Хочу поблагодарить, большое спасибо выразить организаторам, а также чудесному лектору Алексею Сазонову за его прекрасный курс, за его прекрасную подачу информации. Данная лекция, чем мне очень сильно понравилась, это в логическом выстроении всех цепочек и понимания всех метод выполнения какого-либо адгезивного протокола при разных клинических ситуациях. Подача информации была просто великолепна, было показано варианты, а самое главное лично для меня – это почему и как и что, какой последовательности нужно делать для того, чтобы мои результаты, моих работ улучшились. Большое спасибо. До свидания.